приветствую тебя, мой друг. Сегодня тебя ждет вторая сложнейшая тренировка, которая называется пирамида. Наш тренировочный комплекс будет состоять из 3 сетов и 10 упражнений. В первом сете мы будем выполнять 5 упражнений по 20 раз и 5 упражнений с интервалом времени по 45 секунд. Второй сет будем выполнять по 15 раз упражнения и 30 раз интервал времени. И третий, заключительный круг, будем выполнять по 10 раз и интервал 15 секунд. Соответственно, с каждым разом будем уменьшать число повторений и интервал времени. Отдых между упражнениями будет составлять 10 секунд и большой отдых между сетами 1 минута. Сегодня на тренировке нам также необходим коврик, затем нам нужна палка, также или можем использовать швабру, и резина, которая уже закреплена у меня в двери. Первое упражнение – это подъем из положения, сидя на ягодицах. Мы садимся на наш гимнастический коврик, руки держим впереди и выполняем подъем без помощи рук. Раз. И обратно в исходное положение. Два. Три. Второе упражнение мы выполняем с резиной и называется водоворот. Мы берем резину, отходим назад на нужную нам дистанцию, кисти держим к себе и выполняем подтяжку резины к себе. Раз, два, три, четыре, пять. Используя как бы такой водоворот. 7, 8, 9, 10. Третье упражнение. Самолет. Мы встаем, руки держим вперед, ноги у нас чуть шире плеч. На раз мы разводим руки в стороны и наклоняем корпус вперед. Раз. Ноги вместе. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Четвертое упражнение с резиной называется тяга к себе и за спину. Мы также берем резину, отходим на нужную нам дистанцию, подтягиваем к себе, начиная с плеч. Раз. И протаскиваем резину назад. Два. Раз. Два. Раз. Два. Следующее упражнение называется отжимание способом баранчик. Мы встаем упор лежа. И когда делаем отжимание, меняем положение рук с правой стороны налево. Раз. Два. Три. Четыре. Шестое упражнение мы выполняем так же, как и второе. Седьмое упражнение мы выполняем приседания с палкой. Мы заводим палку за плечики и выполняем обычные стандартные приседания, смотрим вперед. Раз, два, три. В восьмом упражнении мы повторяем такое же, как и в четвертом. Девятое упражнение – это обычный стандартный пресс. Мы садимся на коврик, ноги согнули, ручки вперед и выполняем подъем туловища вперед. Раз, два, три. И десятое заключительное упражнение – это бег на месте, ручки перед собой. Мы встаем, руки держим перед собой и выполняем динамичное передвижение на месте. Обязательно дышим на выдохе. Весь план тренировки у нас будет следующий. Мы выполним разминку в движении, затем выполним в полном объеме наш тренировочный план. В конце мы выполним заминку 3 минуты. Это бег с переходом на ходьбу, чередуем. И 5 минут мы устроим релакс, растяжечку. Ну что, мой друг, мы полностью подготовились к нашей тренировке. Я знаю, ты ждешь, когда мы начнем. Мы приступаем через 3, 2, 1. Поехали. Побежали.
Выполняем разминочку в движении. Приставной шаг, бежим правым, левым боком. Сбегание в кресло, шаг правым, левым. Что, бежим? Да, кисть рук. Локти. Кружимся в правую, в левую сторону. Все, на шаг перешли. Выполняем выпады. Наклоны вперед. Хорошо. Руки вдох, вверх, вниз выдох, вверх, выдох. Сейчас мы выполним одну серию ударной техники. Выполняем удары руками, ногами. Делаем все в комбинации и движемся по нашей территории. Обязательно дыхание. Дышим и так далее. Приготовились. Руки, ноги, колени. Лоу. Готовились. Оп. Дышим. Используем разные комбинации. Раздвигаемся. Стоп. Закончили. Подышали, бежим, останавливаемся. Сейчас по хлопочку мы выполняем выпрыгивание вверх коленями, касаясь груди. Поехали. Оп. Закончили. На шаг переходим. Восстанавливаем дыхание.
настраиваемся на первый круг нашей тренировки. Напоминаю, в первом круге мы выполняем по 20 раз упражнения, 5 чередуем и 45 секунд интервал времени. Отдых между упражнениями 10 секунд и минута между большим сетом. Приготовились! Чуть попили воды. Подготовили все снаряжения. Резина, палка, коврик. Встаем из положения сидя. Приготовились. Исходное положение. Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Терпим. 15. 17. 20 раз. 10 секунд отдыхаем. Второе упражнение, готовимся. Ворот, приготовились. Да, прямая. 45 секунд. Оп. Средний темп. Дыхание. Стоп. 10 секунд. Отдыхаем. Третье упражнение. Самолет. Готовились. Встали. 20 раз. Оп. Раз. Упражнение сжимания хвост помаранчик. 20 раз. Готовились. Встали. Оп. Сейчас.
Так. Стоп. 10 секунд. Повторяем упражнение, как второе. Подворот. 45 секунд. Поехали. И над спину держим. Ровно. К себе, к себе, к себе. Можно поменять положение ног. Держим, держим. Пять секунд. Стоп. Седьмое упражнение. Приседания. Встали. Спину ровно. Поехали, 20 приседаний. Попить воды можно. Чуть-чуть. Напоминаю, что во втором сете мы делаем по 15 раз упражнение на интервал 30 секунд.
Также 10 упражнений. Остановимся. 15 секунд. Первое упражнение. Второй круг. Сели. Готовились. Оп. 15 раз. Третье упражнение, самолет. Приготовились. 15 раз. Оп.
О. 8-е упражнение. Тяга. Поехали. Бег на месте. Построились. 10 секунд. Отдыхаем. И 30 секунд бег. Оп. Постоянно двигаемся. Просто супер. Ходим, устанавливаемся. Отличная работа. Самое главное. Дыхание. Ну, а сейчас мы делаем по 10 раз упражнения и 15 раз интервал. Приготовились. Осталось 10 секунд. Третий круг. Приготовились. Сели. 10 раз подъем. Оп. Стоп.
Пятое упражнение, варан. Стали. Оп. Что упражнение? Поехали. Стоп. Приседания. Седьмое. Поехали. Хорошо. Терпим. Восьмое. Тяги назад. Оп. Стоп. Девятый пресс. Есть раз. Оп. Закончили. Десятое упражнение. 15 секунд. Готовимся. Век на месте. Настроились. Оп. Не останавливаемся. Отлично. Фу. Входим, останавливаемся. Фу. Восстанавливаем дыхание. Часто напоминаю, сразу же мы выполняем бег 3 минуты. С произвольным переходом на ходьбу. И затем 5 минут релакс. Растяжка. Приготовились 3 минутки. Побежали. 3 минуты бега с переходом самостоятельно на шаг. Такой нормальный шаг-бег. Шаг-бег. Можно спорт такие небольшие использовать. Дыхание следим, не забываем с дыханием. Очень важно. Подыхать. Thank you.
Терпим. Минутка осталась. Стоп! Закончили, на шаг выходим. Дышим. Хорошо. Останавливаемся. Восстанавливаем. Дыхание. И сейчас сразу же выполняем растяжку, релакс 5 минут. И на этом мы закончим. Растяжка, поехали. Затянуться. Выпаде. Спинку ровно. Также у стенки. Так, как можно ближе к себе. Ножки в сторону развели. И сидим. Расслабили стенку. Ноги. Прогнулись. Очень важное упражнение для спины, для пресса. Расслабили здесь.
Хорошо выпрямили ножки. Просто лежим, закрыли глаза. Накатили на спину, встали. На мостик постарались. Встали. И вот прогнулись. Хорошо. Легли. Бедро вывели. Правую сторону. Все влево. Другую сторону. На этом все. Ты огромный молодец. Продолжай в том же духе, и ты добьешься максимального результата. Огромное спасибо. До встречи.